Привет, дорогие друзья! Тысячу лет, тысячу зим, но мы все еще с вами в рождественском декабре, в новогоднем декабре, который пришел к нам уже, так сказать, к концу. Но мы с вами не закончили все запланированные видео, и я все-таки, несмотря на огромную загруженность, выхожу с вами на связь. И я не просто выхожу на связь, а вот в таком красивом свитерочке с помощником Санта-Клауса. Я вообще помощник Санта-Клауса или Деда Мороза. Кто из вас еще не понял, вот посмотрите. Сегодня речь пойдет о... Правильно. Ugly sweaters. Если вам интересно, оставайтесь. Друзья, сегодняшняя тема нашего видео – Ugly Sweaters. Эта традиция появилась очень много десяток лет назад в Америке. И, в общем-то, люди одевались на вечеринки. Сейчас это прям вот стало традицией. Люди одевают самые свои, как бы страшные, должны одеть страшные и смешные свитера и, в общем-то, прийти. Но, естественно, компании большие, маркетинговые, все это пронюхали. И сегодня в любом магазине вы можете найти Ugly Sweaters, которые уже не будут совсем ugly. Они будут очень милые, хорошие, уютные и приятные на ощущение. Каждый должен иметь в своем шкафу такой вот красивый свитерочек. Вот и я заимела в этом году вот такой свитерочек. Видите, я танцую! Ху-ху! Итак, мои дорогие друзья, если у вас еще нету такого свитера, обязательно приобретите, потому что обязательно будет вечеринка, на которую вас пригласят и скажут, оденьтесь ваш самый смешной или не очень приятный свитерок. Они есть абсолютно разные. Вы знаете, так как мы живем в Канаде, Канада это, как известно, такая multicultural, очень многокультурная, многонациональная страна. Живут разные абсолютно люди и, в общем-то, празднуют разные праздники. И так как часто Крисмас, то есть Рождество, совпадает с Ханукой, то не могли люди обидеть нас, евреев, и, в общем-то, создали тоже очень разные интересные свитера, чтобы мы могли на свои ханукальные вечеринки одевать всякие интересные, смешные и забавные свитерочки, поэтому можете на них посмотреть. Выбор абсолютно на любой вкус, на абсолютно любой фасон. Это очень прикольное и интересное занятие. Я, конечно, не говорю, что каждый год нужно покупать себе новый такой свитер, но поверьте, это очень забавное занятие. Посмотреть, как ты смотришься, потому что некоторые из них просто, ну, очень классные, очень, очень прикольные, и тебе прям вот хочется их все иметь. Вот. Дорогие мои друзья, так что, если вы знали об этой традиции, это супер. Если вы о ней не знали, вот будете теперь знать. Так что, если вы живете в Северной Америке, если вы живете в Канаде, то знайте, что когда придет время Рождества, вас пригласят на какую-то партию и скажут, оденьте-ка, где ваш свитерок, дорогая мадам, где, без свитерка не пустим вас на партию. Помимо этого, дети в школе делают обязательно Ugly Sweater Day, и, в общем-то, дети должны прийти в свитерах. Но с детьми-то будет посложнее, потому что дети, в отличие от нас взрослых, растут. Каждый год вам придется подобрать все-таки какой-то свитерочек поинтереснее, посмешнее. Так что у нас вот такой помощник Санта-Клауса. Я надеюсь, что ваше новогоднее настроение уже подходит под уровень такой вот максимальный. И мы уже с вами скоро все там встретимся на максимальном пике торжества Нового года 31 декабря. Но мы пока что еще по дороге, поэтому я желаю вам новогоднего настроения, хороших эмоций, энергии, чтобы год завершался и вот подходил прям к такому пику энергии, хорошего настроения, хороших полезных встреч, подарков и просто хорошего времяпрепровождения. Надеюсь, что это видео было частью этого хорошего времяпрепровождения. Поэтому, дорогие мои, я вас целую, обнимаю, желаю вам такого вот праздника, душевного настроения и увидимся с вами в следующих видео. С Новым годом! Хо-хо-хо! Thank you.
Куки мастерская. Вот мы. Тут у нас есть. Для еды тоже. Куки. Сейчас Габи будет декорейт куки. Можно внутри коробки не выставлять это на стол? Вот у нас 4 куки есть, и Габи их сейчас будет делать, да? А не кусить. Вот здесь дается присыпочка, а это крем, Габуся, это топпинг. And you can decorate for all of us, right? For each of us one cookie. Amazing, Габи. I know that we... You know how to decorate, right? You already did. You can take off your... Yeah. Amazing. Потом пойдем возьмем еще топпинги, да, Габуся? О, май гад, amazing. One, two, three, four. Good evening, everybody. Welcome to Tinseltown. We are Jingle Jazz, and we are here to warm you up with our modern take on some good old-fashioned Christmas cheer. From Coney Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight. While the moon is bright. Jingle, 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 yes, you will hear.